У Гомельской области створена участковая выборчая комиссия. У их составе амаль 75% жанчыны. По узросте до 5% молодые люди до 30 годов. Усяго у нашем регионе на президентских выборах будут працевать 997 комиссий. По колькости участков для голосования у их склад было вылучено 10 411 человек. При этом больше 60% от громадских объединений и политических партий. Наибольшую колькость своих представников вылучили Компартия Беларуси, Республиканская партия Працы и справедливости, социал-демократичная партия народной сгоды. У составе участковых комиссий так само будут працевать представники Федерации профсоюзов Беларуси БРСМ, Союза офицеров Фонду миру, Союза жанчын и інших громадских объединений. Из общественных объединений самое крупное представительство 16% это Федерация профсоюзов Беларуси. Значит, по партиям это где-то до 6% в среднем. Нагадаем, выборы президента Республики Беларусь призначены на 9 жнивня.